еще раз победой вас, за счет чего сегодня удалось победить? Знаете, не хочется говорить о каких-то тактических моментах сегодня. Сегодня мы победили за счет желания, за счет характера, в первую очередь за счет вот этого стадиона. За счет сумасшедшей поддержки болельщиков. Самое главное — веры в эту команду. И поверьте, ребята это чувствуют. И я уже тысячу раз говорил, они не могут играть здесь плохо. Да, может не получаться, что какие-то технические моменты. Но поверьте, команда играет сердце. Андрей Валерьевич, могло показаться, что данный поединок складывался как майский поединок в Бресте. Динамо имел преимущество в первом тайме, во втором тайме Гомель даже перехватил, но в отличие от прошлого матча, Гомель все-таки удалось вести дело к победу конца. В чем причина? Забили. В конце в Бресте были моменты, получилось реализовать сегодня. Но нам повезло, надо отдать должное сопернику в первом тайме. В Бресте были очень хорошие моменты, да, гол такой. Не обязательно, скажем так. Но у нас в первом тайме особо моментов не было, Брест у нас в первом тайме просто. Коллеги, вопрос. Егор Гавриленко, Гомельская правда. Андрей Валерьевич, вот после неудачного первого тайма в перерыве матча, может быть, что-то сказали ребятам такого, что их завело, потому что, ну, очевидно, играть стали лучше, особенно под конец матча. Завелись? Ну, вот опять мы все-таки возвращаемся к этим тактическим моментам. Mm-hmm. Нет, поверьте, я не сторонник там какого-то накачки какой-то, каких-то криков в раздевалке. Это бессмысленно. Mm-hmm. Просто успокоились, чуть перестроились, поменяли позиции и начало работать. А ментальная команда вот готова к таким сценариям, когда уступают по голевым моментам, как-то вот объективно, может, по качеству игры где-то, но все-таки удается переломить исход игры. Как вы считаете? Знаете, ментально это такие вещи, которые, в прошлый раз уже говорил, которые в коллективе, в команде, в любой, там, в футболе, еще какой-то, они не делаются за месяц. У нас по сравнению, я боюсь ошибиться, по сравнению с игрой в первом круге, поменялось полсостава. Да, почти. И я уже сказал после матча в флеш-интервью, что эта команда строится. Это на самом деле так, это не какие-то там громкие слова. И команда эта, в первую очередь, это команда с характером. Очень хочется ее сохранить. Спасибо. Олег, еще вопрос? Да, просто так. Да, действительно, сегодня команда первый тайм проиграла. Но, тем не менее, она играла, вот, старалась. Вот, это видно со стороны. Этот матч подтвердил еще один раз, что матч начинается от свистка до свистка. То есть, что Гомель, видимо, не совсем еще вошел в игру, на пятой минуте пропустил. И наказал Брест на флажке, как говорится. Вот. Именно вы так настраиваете? Ну, ладно, давайте тогда попытаюсь объяснить все-таки. Мы готовились к Бресту, да, и это команда, которая очень здорово использует прессинг соперника. Да. Очень здорово. Если их не атакуют, они терпят, они контролируют мяч, вытаскивают, ищут зону и туда входят. Как только команда соперника идет в прессинг, есть Гера Барковский, который уйдет длина подбора, мы с этого получили. Этого мы опасались, но получилось так. Быстрый гол, конечно, нужно было время, чтобы вернуться в эту игру. Правильно мы заметили, мы старались не играть длинными передачами, старались выходить, но опять же повторюсь, Брест играл в первом тайме здорово. Нам было сложно. И Фаэ вошел в свою форму после отлучки. Да, вы знаете, люди, когда приезжают из сборных, они из сборных, из Еврокубков. Но они на другом уровне. Они не могут там растерять форму. Как правило, люди из сборной приезжают еще сильнее. Сильнее. Да. К сожалению, потом они опять вкатываются в наш чемпионат и становятся такие, как все. Да, с победой потом не сходят. Даже неожиданно. Спасибо.